Ну что, дорогие друзья, очередной день нашей рыбалки. Вчера кое-что у нас выпало. Что я имею в виду кое-что? Камера сломалась, и мы поймали этого осьминога. Сегодня мы его съели с утра. И вчера была погода дерьмовая, дождь шел полдня, ночью ливень. И мы решили подготовить снасти к рыбалке. Тут у меня со всех рыбалок отовсюду были снасти, и я вот их решил как бы на этот раз использовать. Сейчас мы подготовим с Женькой две удочки, которые будут стоять наверху, и мы их забросим. А две мы уже потом внизу снарядим. Болгария – это не только курорты, солнечные пляжи и болгарские вина. Болгария – одна из лучших европейских стран для трофейной охоты. Охотничий клуб «Три пятерки Хантфишинг» предлагает вам охоту на буфлона с трофеем на золотую медаль.